Сразу о двух необычных уголовных делах, заведенных на Муромлян, стало известно сегодня. Региональное управление ФСБ России подозревает жителей округа в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. По версии следствия, в июне текущего года амурамлянин в интернете договорился с неустановленным лицом для пересылки тому на территорию Китайской Народной Республики необходимого оборудования. Фигурант приобрел несколько изделий, относящихся к продукции военного назначения, которые используются в создании систем управления в составе военной техники. Далее злоумышленник попытался отправить их по почте в Китай. В ходе оперативно-розыскных мероприятий данные предметы были изъяты сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. В другом случае факт мошенничества выявили сотрудники прокуратуры. Они установили, что с 22 февраля по 22 июля муромлянин, работая продавцом, встал на регистрационный учет как безработный в Центре занятости населения и в качестве пособия успел получить 4 500 рублей. Материалы проверки переданы в полицию. Злоумышленнику грозит штраф до 120 000 рублей.